вас такая форма почти классная, почти настоящая. Да, да, она настоящая. Так, да, вы из киевского «Динамо»? Почти. Нет, ну, то есть, не, ну что вам без виз? Что вам нужен без визы сказать? Что я должен сказать? А то, что думаете? Я же... Ну, большой развод. Ага. Ну, Украине не нужен этот безвиз. Этот безвиз туда едет 1.5%, а все остальные это ж... Так полтора же и ездило до этого. Так и до этого ездит. Им что безвиз был, что нет, то есть роли не играет. Ясно. Это просто комедия. Ага. Ну, очень лаконично и понятно, да, и доступно. Конечно. Спасибо вам. Удачного сейчас дня. Сейчас еще безвиз будет с Японией. Можете представить, кто поедет в Японию? Ага. Ну. А если в Гондурас? То? Ну да, ну с Одессы два человека. Это два побратима.